Почему женщина подчинилась приказам по телефону обыскать невиновную сотрудницу? Она закрыла ее в своем офисе абсолютно голую. Но пока вы не оказались в такой ситуации, откуда вы знаете, как поступите? Вы не знаете. Виновен. Виновен, сэр, виновен. Виновен. Почему четверо молодых людей смотрели на то, как умирает их друг, если могли попытаться спасти его? Мэтт перестал дышать. Этот парень в беде. Ты позвони 911. Я набрал этот номер на своем мобильном. Надо было только нажать зеленую кнопку вызова, и я нажал красную. Я не позвонил. Если хорошие люди ничего не делают, побеждает зло. Как могли солдаты с хорошими послужными списками начать вести себя как варвары? Иногда ты переступаешь черту. Это тонкая черта, которую, находясь в особых обстоятельствах, в любой момент может переступить кто угодно. Ответ на эти вопросы можно найти, проведя эксперимент, исследуя человеческое поведение. Убери руки с двери. Эй! Я не позволю тут смеяться. Человеческое поведение. Эксперименты. В 1962 году Стэнли Милграм шокировал мир исследованиями по теме подчинения. Чтобы проверить свою теорию, он придумал электронный ящик, который стал проводником в мир человеческой безжалостности. На нем находились кнопки в возрастающем порядке, нажав которые второй человек получал удар током. Первоначальным мотивом Милграма было желание понять, как немецкий народ мог допустить истребление евреев. Когда я изучал случай истребления миллионов мужчин, женщин и детей, которые совершили нацисты во время Второй мировой войны, я спрашивал себя, как это возможно, что обычные люди, вполне приличные и воспитанные в обычной жизни, могли поступить так жестоко, бесчеловечно, не испытывая угрызений совести? Эти вопросы заинтересовали меня. Май 1962-го. Эксперимент проводится в элегантной лаборатории Йельского университета. Психологи разработали несколько теорий о том, как люди учатся. Одна из них о том, что люди выучивают все правильно, если их наказывают. Что вдохновило Милграма, я думаю, многое. Во-первых, он был очень амбициозен. Он хотел оставить след в социальной психологии. А также, как он писал своему другу, он хотел провести самый смелый эксперимент, который только мог представить. Учитель, возьмите тест и сядьте напротив электрошокера, пожалуйста. Эксперимент Милграма был подставным. Так называемый ученик был частью его. Настоящим испытуемым был учитель. Удар током в 75 вольт. Как учитель, вы находитесь перед внушительным прибором, электрошокером. Главное в нем — это ряд переключателей от 15 вольт до 450. И ряд объяснительных надписей от легкого удара до среднего удара. Сильный удар, очень сильный удар, интенсивный удар, очень интенсивный удар. И, наконец, 3Х, опасно мощный удар. Вопрос в том, как далеко вы зайдете в использовании электрошокера, прежде чем повернетесь к экспериментатору и откажетесь продолжать. Неправильно. Сейчас вы получите удар в 105 вольт. Тяжелая голова. Как долго можно продолжать? Сколько потребуется? Что вы имеете в виду, сколько потребуется? Пока закончим тест. Милграм понимал, что подчинение необходимо для существования общества, но он сосредоточился на темной стороне подчинения. Неправильно. 150 вольт. Грустное лицо. Хватит, выпустите меня. Я говорил вам, что у меня проблемы с сердцем, оно меня беспокоит сейчас. Необходимо продолжать. Как я уже сказал, учитель, вы должны продолжать. Я не буду. Этот человек легко приходит к решению не подчиняться. Но другие испытуемые реагировали по-другому на авторитет исследователя. 65 вольт. Время. Когда люди доходили до максимального удара, они этого не делали слепо, как садисты. Они останавливались и продолжали, останавливались и продолжали. Я не могу выдержать эту боль, выпустите меня.
Он не может выдержать. Я не собираюсь убивать этого человека. Согласно Милгрэму, одно из условий для продолжения — это отказ от ответственности за последствия и передача ее командующему. Кто будет отвечать, если что-нибудь случится с этим джентльменом? Я ответственен за все происходящее здесь. Продолжайте, пожалуйста. Хорошо. Следующий. Медленно. Он не держал их на прицеле. Просто создавал авторитетное впечатление. Примерно 60-65% людей доходили до максимальной величины. 450 вольт. Все? Продолжайте использовать последний переключатель 450 за каждый неправильный ответ. Продолжайте, пожалуйста. Я не получаю ответов. Его здоровье ничего не значит? Даже если ученику не нравится, мы должны... Он может быть мертв там. Несмотря на то, что эксперимент Милгрэма происходил 40 лет назад, его находки в области подчинения действуют и в наше время. Серия странных событий недавно подтвердила теории Милгрэма насчет подчинения. Мишень — рестораны быстрого обслуживания по всей стране. Аферист звонит и приказывает менеджерам обыскивать и иногда сексуально использовать их сотрудников. Тайда не в аферисте, а в жертвах. Почему они подчинялись? Этот человек был настолько убедителен. Люди видели в нем законный авторитет. Я думаю, эти обыски — это самые близкие случаи к экспериментам Милгрэма на сегодняшний день. Самый известный из этих случаев произошел в Макдональдс в Маунт-Вашингтоне, штат Кентукки. Была запись на кассете, снятой камерой наблюдения. Мы не слышали приказов, но по происходящему можно было ясно понять каждый приказ. Поступил анонимный телефонный звонок. Звонивший выдает себя за сотрудника полиции и говорит помощнику менеджера, что сотрудница украла деньги. Он сказал: «Я офицер Скотт, я из департамента полиции, я веду расследование». Это было связано не только с кражей, но и с наркотиками. Меня попросили ее обыскать. «Знаете, — он говорил мне, — снимите ее туфли. Ударьте одной о другую. Снимите ее рубашку. Проверьте ее. Я знаю, как это выглядит со стороны, но вы не говорили с ним. Этот человек также звонил еще в 70-100 мест. Он умеет делать то, что делает. Очень хорошо». Серия фальшивых обысков в ресторанах быстрого обслуживания по всей стране доказала теорию Милгрэма о подчинении авторитету. Он говорил как офицер полиции, и я думала: «Хорошо, я делаю то, что должна делать». Он получил удовольствие, чувствуя себя авторитетом. И потом, понимая по телефонному разговору, что они правда делали то, что он им говорил, он сказал, что я должна найти кого-то, чтобы он с ней посидел, пока он не пришлет человека за ней. Звонивший спросил менеджера, замужем ли она и есть ли у нее друг. Она ответила, что есть жених. Тогда он спросил, может ли жених прийти в ресторан и помочь с обыском. Он сказал, почему бы ему не прийти и не посидеть здесь? Я имею в виду, вы ведь ему доверяете. Я позвонила Уэсу, моему жениху. Мы собирались пожениться и спросила, может ли он прийти. Менеджер уходит и занимается своими делами. Оставляет жениха в офисе. И тогда звонивший начинает отдавать приказы по телефону жертве, который должен передать жених. Снять ее передник, прыгать, бегать на месте и другие вещи. Она еще училась в высшей школе. Она была в десятке лучших в своей группе. Она боялась попасть в неприятность с полицией. Она просто слушалась и делала все, что ей приказывал жених, потому что не хотела неприятностей.
Все это время я работала, я руководила, я составляла дежурство. И когда я заходила в офис для чего-либо, Уэс сидел на месте, где он сидел. Когда я уходила, и она сидела на месте, никто ничего не говорил. После 2.5 часов жених Саммерс, Уолтер Никс, сделал невероятное. Подчинившись приказам звонившего, он приказал Луис совершить половой акт. Многие люди смотрят на меня и считают сумасшедшей. Ты должна была все взять под контроль. И я сама себе говорила, знаете, вспоминая об этом, можно сказать, я бы этого не сделала. Но пока вы не в такой ситуации, откуда вы можете знать, что вы делали? Вы не знаете. Какое еще воздействие заставляет нас подчиняться приказам, даже если мы знаем, что они неправильны? Что может удержать друга от звонка за помощью, даже если это вопрос жизни и смерти? В 2005 году 4 парня из студенческого братства смотрели на то, как их близкий друг, 21-летний Мэтью Кэррингтон, умирает, и не сделали ничего, чтобы ему помочь. «Я буду жить с этим всю оставшуюся жизнь. Мои действия убили человека. Ничто из того, что я скажу, не вернет Мэтью Кэррингтона и не уменьшит боль его семьи. Его смерть можно было предотвратить, и я буду чувствовать вину до конца жизни». Почему эти 4 парня ничего не сделали? Каждый раз, когда я думаю об этом, чувства одолевают меня и в голове всплывает. А если бы? Это не пропадает. Это всегда здесь. Я не сомневаюсь, что, зная я тогда то, что знаю сейчас, я бы остановил это. Эта история не уникальна, но возникает вопрос. Есть ли что-нибудь в человеческой природе, что останавливает нас от помощи? В 1964 году 38 жителей Нью-Йорка видели в окна, как жестоко убивали их соседку. Ее звали Китти Дженовезе. Ей было 28 лет. Случай Дженовезе, когда на молодую женщину, которая возвращалась домой после работы поздно ночью, кто-то напал. Это был один из таких сумасшедших людей. Китти бежала по кварталу, и Винстон Мозли бежал за ней, пока она не достигла середины квартала прямо под фонарем. Мозли догнал ее и ударил 4 раза в спину. Ее крик был громким и разнесся по всей округе. В окнах двора зажглись огни. Значит, люди это видели. Никто не вызвал полицию. Кто-то, живущий на 7-м этаже, открыл окно и закричал, что там происходит. Когда Мозли услышал крик, он побежал к своей машине. И Китти еще была жива. Она сумела подняться. Шатаясь, она поворачивает за угол, все еще крича. Люди в этом здании тоже ее слышали. И она падает в переднюю. Ударив Китти еще 8 раз в этой передней, убийца убежал, оставив Китти умирать от потери крови. Наконец, сосед вызвал полицию. Но было поздно. Китти умерла, прежде чем ее доставили в больницу. Это привело город в шок. Дело не в том, что кого-то убили. К сожалению, это случается. Дело в том, что человека убили на глазах у соседей. И никто ничего не сделал. Бип Латтон и я, мы читали об этом убийстве, как и другие. Мы были 2 молодыми социальными психологами в самом начале карьеры. Мы знали об экспериментах Стэнли Милгрэма, о подчинении авторитету. И мы начали думать о том, что могло быть причиной случая Дженовезе. Может быть, Китти Дженовезе была бы жива сегодня, если бы ее видело меньшее количество людей. Там было 38 человек, которые могли помочь. Но каждый ждал, что это сделает кто-то другой. Для начала я хочу поблагодарить вас обоих за участие в этом исследовании.
Чтобы проверить их теорию, Дарли и Латтон поставили эксперимент. Эта женщина верит, что говорит по телефону с кем-то, у кого приступ. «Мне нужна помощь». «Алло? Помогите мне». «Если вы знаете, что никого, кроме вас, нет, вы поднимаетесь. Вы открываете дверь вашей комнаты и ищете этого человека. С другой стороны, если вы знаете, что вас там трое или четверо, для начала я хочу поблагодарить вас троих за участие сегодня в этом исследовании. Мы заинтересованы в обучении». Индивидуальную ответственность разделяют между собой все присутствующие, которые тоже могут помочь. Что можно сказать о свидетелях в случае Дженовезе? Во-первых, я думаю, у них был шок. Они реагировали, как я или вы, может быть, реагировали бы в такой ситуации. С тех пор происходило много случаев, подобных случаю Дженовезе, и много случаев, когда люди, которые могли помочь, не помогали. У дома студенческого братства Кай Тау возложены цветы и поставлены свечки памяти Мэтью Кэррингтона. Полиция говорит, что 21-летний студент из города Чико в подвале этого дома участвовал в мероприятии братства, когда в среду в 5 утра обнаружили его тело. Мэтт не должен был умереть той ночью. Все могло быть по-другому. Если все опять было бы сначала, тогда там внизу была полная комната парней. Это случилось перед тем, как они все ушли. Мэтью Кэррингтон присоединился к братству и проходил посвящение в течение весеннего семестра третьего года его учебы. Новоприбывший 2004, Калифорнийский политехнический институт Сент-Луис-Обиспо. И малыши, новые братья, которых вы видите. Он хотел вступить, чтобы познакомиться с новыми людьми. Он был немного стеснительным. Но вы понимаете, товарищество и все такое. Когда подрастаешь, у тебя братья в каждом колледже по стране. Они делали глупости. Смешные ситуации без причинения вреда кому-либо. Как надеть мини-юбку на перекрестке или поменяться футболкой с беспризорным. Но ничего такого, чтобы кто-то мог пострадать. Разве это не мило? Как эти невинные шалости могли привести к смерти Мэтью? Это была третья ночь того, что братство называет неделей откровения, а посвящаемые — адской неделей. Посвящаемые Майк и Мэтью пришли в подвал. Во-первых, они должны были выполнить тяжелые физические упражнения. Молодым людям дали бутыль с 20 литрами воды, которая сама по себе весила около 20 килограммов. И приказали, стоя на одной ноге, на узкой скамье, выпить, сколько они смогут. Мэтью стало плохо. Его вырвало. У него помутнилось сознание. Почки могут выдержать только определенное количество воды, и вы можете отравиться. Когда пьешь воду, а ведешь себя как пьяный, значит, что-то не так. Когда неясно говоришь, не можешь двигаться, как обычно, значит, что-то не так. Гэбриэл Мистретти и Джипи Фикс были пьяны. И Маэстретти был очень пьян, и они были руководителями. Честно говоря, я многого не помню. К несчастью, я был пьян, когда все произошло. Я помню, как заставлял его отжиматься. Но не помню, почему. Мэтт уже не мог больше отжиматься. Он просто вдруг упал. И все его тело было напряжено. В этот момент там было четверо парней. Мне становится плохо, когда я думаю об этом. О том, что они не думали, что что-то не так. Почему никто не сказал «хватит»?
Что случилось бы, если бы кто-нибудь сказал бы, этому парню плохо, ты позвони 911, ты сделай это, ты сделай то. Все послушаются, начнут реагировать, помогут. Все балансирует на лезвии ножа. Но иногда этого не случается. И ничего не происходит. Его бедра немного двигались, и вдруг он застыл. Майк сказал: «О, Господи, он, кажется, прикусил язык». И потом он сказал: «Надо вызвать скорую». Я включил свой мобильный, когда спускался по лестнице и набрал 911 и увидел Майка внизу. Я уже набрал номер. Мне надо было только нажать зеленую кнопку вызова. И он сказал: «Все хорошо, не надо звонить 911. Мэтт просто спит». Я нажал красную кнопку и не позвонил. И потом он храпел. Звучало так, как будто он храпит. Я это хорошо помню, звук, как он храпит. Я помню, как думал: «Нет, он спит». Это не был храп. Это был результат интоксикации и отека легких, когда легкие наполняются водой. После часа такого сна он не дышал. Они не делали ничего в течение часа, оставили его лежать. Потом поняли, что он не дышит. И, конечно, сразу: «Звоните 911!» Ну да, они это сделали, но было уже поздно. Мэтью умер через 27 минут после его доставки в приемный покой. Когда мы приехали туда, они отвели нас с Дебби, и мы надеялись, что когда они поднимут покрывало, что это будет не наш сын. Как бы жестоко ни звучало, но был шанс, что это не наш ребенок. Когда они начали поднимать, уже увидев его волосы, мы поняли, что это он. Я просто кричала: «Нет, не Мэтт, только не Мэтт». Четыре вожака братства признали свою вину в издевательстве и доведении до смерти 21-летнего студента из Чика Мэтью Кэррингтона. Все четверо признали свою вину. Виновен. Виновен, сэр. Виновен. Виновен. Я думаю, есть разные люди. Есть люди, которые берут на себя ответственность в таких случаях. К несчастью для Мэтта, ни один из нас не был таким человеком, который сказал бы, что надо делать. Мы просто смотрели друг на друга и ждали, что кто-то что-то сделает. И никто не сделал. Тяжело признать эту силу, с которой на нас действуют ситуации, и которая определяет наше поведение. Они не были плохими в моральном смысле. Они такие же, как мы, под давлением ситуации, реагируют на ситуацию, находятся в плену у ситуации. В 1971 году в подвале факультета психологии Стэнфордского университета создали фальшивую тюрьму. Это был эксперимент, который перевернул социальную психологию. Когда я закончил тюремный эксперимент в Стэнфорде, Милграм обнял меня и сказал: «Я так счастлив, что ты сделал это, потому что теперь давление на меня за то, что я провел самый неэтичный эксперимент, уменьшится». Несмотря на то, что эксперименту 30 лет, его теорию доказывают и происшествия в Абу-Грейб. Когда мы приехали в Абу-Грейб, это было ужасно. Людям приказали обращаться жестоко с иракцами, которые откажутся содействовать. Я имею в виду, они истязали, они издевались над заключенными. И им это простили. Но почему? Если бы не было этих фотографий, никто не поверил бы тому, что там происходило. Когда я первый раз увидел фотографии, я почувствовал, что мне это знакомо. Я уже был там, был в такой ситуации. Я понимал, что там происходило.
Фотографии очень напоминали фотографии, которые сделали мы, фотографии тюремного эксперимента. Мы не делали такого, как в Абу Грейб. Например, не складывали их в кучу, но способы унижения были похожи. Я не знаю, когда бы я остановился. Если было бы больше времени, мы могли бы зайти и так далеко. Когда были обнаружены снимки издевательств и истязаний в Абу Грейб, военные защищались, говоря, что это черные овцы в стаде. Когда происходят плохие вещи, мы начинаем искать плохих людей. Но из нашего исследования следует, что есть социально-психологические факторы, которые заставляют обычных людей делать то, что они раньше и представить себе не могли. В Абу Грейб обычные люди совершили немыслимые издевательства. Чтобы понять, почему, нужно вернуться к эксперименту Зимбарда о том, как люди реагируют на жестокую среду без четких правил. Всем встать! Все выходите! Я думаю, они и все остальные в такой ситуации оказались в зависимости от ситуации. И чувство, что это только эксперимент, начало испаряться. Это превратилось в жизнь. Just life. Мы не ожидали того, что произошло. И мы правда пытались проверить влияние среды на обычных людей, так же, как в ситуации подчинения у Милграма менялись обычные люди. Мы хотели это проверить в условиях тюрьмы. Около 70 человек добровольно согласились участвовать в эксперименте Зимбарда. Они прошли серию психологических тестов. Мы выбрали 2 дюжины, 24, которые были самыми нормальными и самыми здоровыми. Половина станет охранниками, половина заключенными. И это как подбросить монетку. Этот тюремщик, этот заключенный. Вначале нет разницы между людьми из этих двух групп. Когда нас сделали охранниками, нам выдали тонкую униформу цвета хаки, или, может, чуть светлее. И потом мы им выдали символы власти — наручники, свисток, дубинку. И еще мы дали им серебристые, непрозрачные солнечные очки. Когда на вас такие очки, никто не видит ваши глаза. Каждый раз, когда их надеваешь, это как маска, под которой скрываешь свою личность. Это позволяет вести себя так, как не стал бы, если бы был без маски. Чтобы сделать все реалистичнее, я договорился с департаментом полиции Пало-Альто о произведении фальшивых арестов. Когда меня арестовали, я был удивлен. Я не думал, что меня отвезут в настоящий полицейский участок. Я не думал, что мне надо будет проходить процедуру задержания. Потом охранники завязали им глаза, раздели их и одели в платье халаты без нижней одежды. У каждого был номер, который заменял имя. Они должны были знать свой номер. К ним обращались только по номеру. И на одной ноге у них была цепь, которая должна была напоминать о потере свободы. Все эти процедуры обезличивали их. В первый день я подумал, что ничего не получится. Охранники чувствовали себя не в своей тарелке, отдавая команды. Как «ну хорошо, встаньте в ряд и назовите свои номера». И заключенные начинали хихикать. А потом произошла интересная вещь. Дэйв Эшлиман, которого заключенные называли Джон Уэйн, как ковбой Дикого Запада, стал более жестким. Я решил стать самым плохим, самым страшным, злым охранником, который только возможен. В будущем вы будете делать все, что вам скажут. Спасибо, сэр. Повтори. Спасибо, мистер Исправитель. Скажи, да благословит вас Бог, мистер Исправитель. Да благословит вас Бог, мистер Исправитель. Я восхищался, что люди верили этому, и я хотел посмотреть, как далеко смогу зайти, прежде чем кто-то скажет «Хватит, остановись». Нам надо было отжиматься, надо было петь. Но сначала мы протестовали против некоторых приказов. Мы злили охранников. Таким образом, авторитет охранников был поставлен под удар. Охранники должны были решить, что делать, и решить без нашей помощи. Это не был эксперимент Милграма, где кто-то стоит рядом и говорит, что делать. И они начали считать поведение заключенных оскорблением для них, и они предприняли ответные действия. Мы хотели добиться общего повиновения.
немного поддать жару. Никто не сказал мне, что я не должен делать этого. Здесь главный профессор. Он начальник тюрьмы. И он не останавливает меня. Это невероятно! Он забрал нашу одежду! Руки прочь с двери! Это был первый вечер. Произошел бунт. Заключенные взбунтовались. Они забаррикадировались в своих камерах. Они сказали, что не выйдут. Они сняли свои номера. Они не хотели терять индивидуальность. Они начали обзывать охранников прямо в лицо. И главным моментом стало то, что охранники начали считать их опасными преступниками. И у охранников созрел план. Они использовали огнетушитель. Открыли двери, вытащили заключенных, раздели их, подавили бунт физически. Теперь отдайте постельное белье и одежду. Начиная с этого момента, исследование стало самым важным событием, какое я только видел. Это невероятно! На второй день стэнфордского эксперимента Зимбарда охранники подавили бунт заключенных. Они их наказывали, сажая в одиночную камеру. Это был маленький туалет. Там можно было стоять или сидеть на корточках, но нельзя было сесть на пол. И там было темно и мокро. Никуда не уходи. И с каждым днем давление немного увеличивалось. Они начинали больше издеваться над заключенными. Я не думаю, что люди в такой ситуации замечают эту разницу. И кроме бунта, еще кое-что произошло. Заключенный 86-12 был первым, у кого случился эмоциональный срыв. Вы не понимаете? Мне надо к врачу. Господи, боже ты мой, я весь горю. Вы не понимаете? Я хочу выйти. Сейчас же! Если бы меня тогда спросили о результатах моих действий, я бы сказал, что они слабаки. Они слабые или притворяются. Потому что я бы не поверил, что мои действия могли довести кого-то до нервного срыва. Это была как игра. Мы как кукольники. Давайте заставим их делать то, что надо. Если я скажу лечь на пол, что ты будешь делать? Охранники начали заострять ситуацию. Некоторые заставляли заключенных чистить туалет руками. Они высмеивали, унижали заключенных на глазах у остальных. И они полностью подчинили заключенных. Они начали придумывать все более и более необычные задания. И очень скоро, после четвертого дня, эти задания приобрели сексуальный характер. Ты будешь невестой Франкенштейна. А ты Франкенштейном. Подойди, как это делает Франкенштейн, и скажи, что ты любишь номер 2093. Чтобы по-настоящему кого-то унизить, надо заставить их делать то, чего они больше всего боятся. И у многих из нас полно сексуальных предрассудков. И это было частью того, чтобы унизить их еще больше. Подойди ближе. Я люблю тебя, 2093. Я люблю тебя, 2093. Ты улыбаешься, 2093. 10 отжиманий. Каждый день еще у одного заключенного случался нервный срыв. Стресс. Мы выпустили по одному во вторник, в среду и в четверг. Все, кто участвовал в этом исследовании, видели, что срывы заключенных были неподдельными. Это было страшно. Они нас расстраивали. Мы этого не ожидали, и все происходило по-настоящему. Произошло что-то, что вышло из-под нашего контроля. На пятый день исследования Зимбарда пригласил свою подругу, недавно ставшую психологом, Кристину Маслак, посетить фальшивую тюрьму. Я слышала немного от Фила о том, что там происходит, но когда я туда спустилась вечером, это было «Ого!». Меня поразило то, как охранники увели некоторых заключенных в туалет. Она смотрит и видит шеренгу людей с бумажными пакетами на головах. Каждый держится за волосы следующего. И они их так ведут вниз. И Фил подходит и говорит: «Смотри, смотри, господи, только посмотри!» И я смотрел на это. Это было так бесчеловечно, я просто не могла смотреть на это. И она говорит: «Это ужасно, то, что ты делаешь с этими парнями». У нее слезы в глазах. Я говорю: «Что?» И она убегает. Я в ярости, я начинаю объяснять, я выбегаю. У меня есть аргумент. Я говорю, что это поведение человека, это интересно, влияние ситуации. Я говорю о психологической базе. Какой ты психолог, если не ценишь
понимаешь этого?» Она отвечает: «Я этого не понимаю. Ты чужой, я не понимаю. Как ты не видишь того, что вижу я? Ты же заботливый, участливый человек. Я тебя таким знаю. Здесь что-то не так». И потом она сказала то, что так повлияло на меня. Что она не уверена, что если это настоящий я, что она хочет иметь дело с таким мной. Это была как пощечина. Она сказала, что я изменился. Ситуация превратила меня из человека, которого она знала, в незнакомца. И я сказал: «Ты права. Пора это прекратить». После всего 6 дней доктор Зимбардо закрыл эксперимент. То, что делает этот эксперимент и эксперимент Милграма интересным, это факт, что речь идет об изменениях в характере человека. Зимбардо решил закончить свой эксперимент из-за возрастающей жестокости охранников. Люди могут начать делать то, что никогда не могли предположить. Здесь можно наблюдать интересные параллели с Абу Грейб. В Абу Грейб стандартные процедуры были изменены. Обычно охранники должны защищать заключенных. Вдруг им приказали подготовить их для допросов. Нас не обучали быть тюремными охранниками. Начальство говорило: «Используйте свое воображение, слабите их. Они должны быть сломленными, когда мы вернемся». Когда их ввели, у них были мешки на головах. Их могли толкнуть, чтобы они упали, некоторых раздели. Нам сказали, что это просто собаки. Если так объяснять людям, и правда начинаешь на них смотреть не как на людей, и начинаешь делать вещи, которые даже представить не мог, и это страшно. Подразделение 1А было там, где многое происходило. И за это отвечал специалист подразделения Грейнер. Однажды вечером, когда он вернулся с дежурства, он был охрипшим. Я спросил: «Грейнер, ты заболел?» Он ответил, что нет. Я спросил: «А в чем дело?» Он сказал: «Я должен кричать и делать с заключенными то, что считаю неправильным с точки зрения морали и этики. Что мне делать?» И я сказал: «Тогда не делай этого». А он ответил, что у него нет выбора. Я переспросил, в каком смысле. Каждый раз, когда за стеной взрывается бомба, они приходят и говорят: «Еще один американец расстался с жизнью, и пока ты не поможешь, их кровь на твоих руках». В начале октября, когда бы я ни зашел в подразделение, я видел 2 солдат. Не знаю, кто они такие. Они приковывали наручниками 2 раздетых заключенных к камере. И приказывали им признаться. Они били их сзади бутылками с водой. После этого сковывали их вместе, как будто в сексуальную позицию. Я не подготовлен к допросам, но я точно не считаю, что допросы должны быть такими. И я доложил своему лейтенанту. Я сказал, что военная разведка делает странные вещи с голыми заключенными. Но он этим не заинтересовался. Если есть система, всегда есть виновные в зале. Есть люди, делающие зло, как охранники в Абу Грейб. Но руководство это позволяет, открыто или нет. Они не сказали: «Поставьте их в пирамиду», но они разрешили делать все, чтобы получить признание. Им дали задание в связи с главной миссией. Нам приходится работать и с темной стороной. Мы хотим оставить это в тени. Я не могу представить вещь хуже для ответственного за людей человека в такой среде, чем сказать: «Пришло время засучить рукава и заняться темной стороной». Такая среда создает давление, и люди так и так займутся темной стороной. И как мы поняли из тюремного исследования, такая среда заставляет хороших людей делать ужасные вещи. Я думаю, что 99,99% наших вооруженных сил ведут себя правильно во всех ситуациях. Но так же, как в обществе, у нас есть паршивые овцы, которые ведут себя так, что нам нечем гордиться. Паршивые овцы? Нет. Плохой была ситуация. Кто ее создал? Все командование.
Я чувствую себя ужасно за произошедшее с иракскими заключенными. Они были на попечении США. Наша страна должна была правильно с ними обращаться, как с людьми. Но мы этого не сделали. Это было неправильно. После скандала Абу Грейб, Дональд Рамсфельд признался в использовании техники допросов с собаками, стрессовыми ситуациями, раздеванием, что нарушало установленный военный порядок. Когда вы выполняете приказ, вы тоже должны отвечать за это. Но те, кто требует от вас этого, отвечают еще больше, потому что они это понимают лучше. Я знаком с этой ситуацией очень хорошо. Я был экспертом одного из этих солдат, Чипа Фредерика. Образцовый солдат. 9 медалей, прекрасный отец, муж, патриот, нормальный, здоровый, без садистских наклонностей. Ничто не свидетельствовало о том, что он не просто обычный хороший парень. Он попадает туда и совершенно меняется. Иногда ты переступаешь черту. Это тонкая черта, которую, находясь в особых обстоятельствах, в любой момент может переступить кто угодно. Это тяжело для всех исследователей сказать, что нет ничего наследственного в том, кто мы есть, чтобы мы могли сказать: «Я в безопасности, я не переступлю эту черту». Исследование проводилось 30 лет назад. Это не новость. Мы получили урок. Это есть в учебниках. Мы изучали это по психологии. Другие исследования, например, Милграма, тоже приводят к тем же результатам. Это редкий случай, когда человек может сопротивляться в такой ситуации. Большинство подчиняется авторитету. Большинство способно на такие поступки, и никто не хочет этого слышать. Мы все хотим быть героями. Если бы мы были там, все было бы по-другому, может быть. Но героев мало в обществе, они исключения. Закон — это большинство, закон — это то, что большинство сделало бы. И главное послание Стэнфордского эксперимента Милграма и других подобных экспериментов — это то, что, представляя себя в такой ситуации, нужно говорить, что я, наверное, поступил бы как большинство. Я не особенный. Я простой человек. И они тоже простые люди. I'm not that special. I'm an ordinary person. They were ordinary people.